корпоративный турнир Россети Московский регион приветствует вас, дорогие друзья. С вами Заяц, мой коллега Шейл. И сегодня вместе с вами мы будем созреть долгожданную жеребьевку от не менее долгожданного турнира. Вообще радует, что корпоративные команды у нас все больше устремляются в киберспорт. Ребят, всем добрый день. Рад приветствовать вас. Первый раз мы проводим такое мероприятие, турнир по киберспорту. Надеюсь, что всем участникам понравилось. Уверена, что сегодня будет очень азартная борьба. Три дня прошли в непримиримых состязаниях. И пусть победит сильнейший. Грамотно сделал. Как он хитро сделал. Показал, что будет бить. В итоге ушел мяч. Здесь его уже окружают. Дмитрий, хотя бы одного забрать перед смертью. Таранит его, разбивается об этот таран. Сам 277 объект. Где тролль? Тролль летает. Что Вайпер происходит? Стрелят. Что происходит? Все плов, все. Всем салют и финалы Россетей, соответственно, продолжаются, три дисциплины позади, и возвращаемся мы к самой такой, наверное, стабильной, самой привыкшейся всем, наверное, это Counter-Strike, которую многие считают поистине действительно самой киберспортивной дисциплиной за счет того, что тут рандом полностью упразднен и играет чисто на скилле и на подготовке команд. Спасибо огромное организации, спасибо огромное всем игрокам, всем участникам и, главное, вам, зрители, потому что вы были на протяжении всего этого турнира с нами, смотрели, поддерживали, вам огромное сердечко. Но мы будем с вами прощаться. Удачного вам Нового года и спасибо, что были с нами.